Добрый день, дорогие друзья! Сегодня видео, в котором мы с вами разберемся, как изменить шрифт на очень красивый в телефоне Android. Значит, показывать я буду на прошивке MIUI, вернее оболочке MIUI 11, телефон Xiaomi Redmi. То есть, у кого такая оболочка и такой телефон, этот способ будет работать 100%. Но так как телефон Android, в принципе, сейчас Android-система везде одинаковая, другим надо будет просто попробовать. Итак, как вы видите, у меня уже шрифт изменен на такой вот красивенький. Видите, как он выглядит. И что нужно сделать, чтобы этот шрифт изменить? Для этого нужно в настройках найти регион. У меня это в расширенных настройках. Я перехожу в расширенные настройки и выбираю регион. И систему нужно выставить Индия. То есть найти страну Индия и поставить регион Индия. Как вы видите, у меня выставлена Индия. После этого вы можете в своем приложении «Тема» найти дополнительную функцию. Функция эта будет выглядеть вот так, буквой «Т». Видите, у меня «Темы». Нажимаем, и у нас есть, шрифты. Нажимаем, и мы видим, появляются всевозможные шрифты. Именно для этого региона такая функция, она доступна. Далее, единственное, что вам нужно будет сделать, это просто выбрать. Например, вот этот выбираем. Здесь у вас будет готов предпросмотр. Вам нужно посмотреть и скачать бесплатно. Ожидаем скачивания. После скачивания нажимаем «Применить». И все, что вам нужно для применения шрифта, необходима перезагрузка. Нажимаете «Перезагрузить», и после перезагрузки этот шрифт установится к вам на телефон. Желаю вам всем удачи, делаем красивенькие шрифты. Ну, у кого не получается, нужно искать просто другой способ. На этом, дорогие друзья, у меня все. До следующих встреч!